Воскресенье было богато на неожиданные находки. Еще один сюрприз ожидал миасских спасателей в саду поселка Милентьевка. Здесь они обнаружили пластиковую банку с ртутью. Теперь опасное вещество ждет утилизация. Пластиковая банка с ядовитым металлом была обнаружена на приусадебном участке в поселке Милентьевка. Хозяева участка сразу же сообщили о находке в миасский спасательный отряд, который прибыл на место происшествия в районе 12 часов дня. Ртути в банке было немного, столовая ложка, но откуда она взялась в частном секторе, неизвестно. По утверждению спасателя Дмитрия Головина, такие находки совсем не редкость. Ртуть использовалась здесь при добыче золота. Также находят довольно много каких-то приборов с ртутью. Старые ртутные тонометры. В нем почти полстакана ртути в тонометре. Сейчас емкость с ртутью находится у миасских спасателей. Пластиковая банка, в которой находилась жидкость, треснула, и спасатели поместили ее в стеклянную тару. В скором времени находку отвезут в Челябинск на утилизацию.